Вот тут нажмем F6, чтобы первый кадр с последним были одинаковые. И посередине F6 и чуть-чуть, совсем чуть-чуть, сделаем, допустим, вот расширение, но уменьшение по высоте. То есть вот он у нас так чуть-чуть дышит. И вот этот я захожу в частицу. Я ее вот тут могу преобразовать в растер. То есть если мне не нужен вектор, и вообще, кстати, большое количество игр, ну вот я сейчас работаю в студии, у них вообще векторные объекты не поддерживаются. Но рисуем и анимируем мы во флеше все равно. Но вы можете подумать, и как? Вот, типа, можно и в фотошопе, конечно, нарисовать, перенести во флеш комбешку, но можно и во флеше рисовать и создать из них комбешку. И это делается очень-очень легко. Мы просто нажимаем правой кнопкой и конверт в битмап, и она со всеми вот фильтрами все превратилась просто в картину, видите, просто битмап. И мы даже можем в определенный момент времени, если захотеть вот как-то отредактировать это,